Правильно оценивать ситуацию на рынке, уметь управлять деньгами и копить. Об этом не только расскажут финансовые аналитики, банкиры и специалисты налоговых служб во время акции «Поезд финансовой грамотности». Старт ей был дан в Ленинском мемориале. Координатор работы – областное министерство финансов. Сегодня уже задействованы площадки, начиная и от детских домов, и техникумы, школы. А также у нас будут задействованы площадки в следующие даты. Это крупные предприятия, 6 крупных предприятий будет задействовано. Суть акции проста – помочь ульяновцам в финансовых вопросах. Для определенной категории слушателей предусмотрены разные форматы мероприятий. К примеру, для дошколят – веселые игры, где специалисты рассказывают, что такое деньги и для чего они нужны. Для школьников проводятся квесты. Ребятам постарше рассказывают, как пользоваться кредиткой и как не попасться на уловки мошенников. Взрослым интересны темы кредитования и налоговых отчислений. Так сложилось, что многих экономистов в вузах и в школе даже начинают обучать основам управления финансовыми предприятиями, а управлением личными финансами, к сожалению, пока серьезно, глубоко не занимаются. Ну, я вот в силу своей специфики попробую открыть завесу тайны в этой теме. Отличительной особенностью сентябрьской акции – особое внимание к реальному сектору экономики. Задействовано более чем полсотни площадок. Информационно-консультативная работа также развернется на площадках крупных торговых центров города. Мероприятия пройдут и в районах области. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Улправда ТВ.